Всем привет, меня зовут Иван, и это канал Техтуга, и в этом выпуске пойдет речь о сварке алюминия 2 мм с проваром, стоп-точками и всякими ништяками, зачем это нужно, с объяснениями. Перед выпуском хотел бы сказать, ребят, спасибо за комментарии, за лайки, их реально стало много, видео двигаются, и как бы не забудьте под этим видео сделать то же самое, как бы... Отзывчивость ваша повлияет на скорость выхода видео с 3 мм толщиной алюминия, с 4, с 5 и так далее. Тавровые, вертикальные швы. И, в общем, все зависит только от вас. Перед началом выпуска хотел бы сказать чуть-чуть за горелки. Это горелки от компании Parker. Сегодня 9:26. Работать я буду на 9. Эту горелку или 26 можно получить в подарок при покупке Сибора. Всего лишь достаточно применить промокод Техтула. Наконец-то появились китайские горелки в Сиборе. Ну как, английско-китайские. Если вам интересно про эти горелки более подробно, я расскажу в следующем выпуске. Как бы напишите комментарий, что вам интересно, потому что рассказать есть много о чем. Как бы здесь одних кнопок, 8 видов на каждую горелку. Ну и как бы там много всяких переходов и все остальное. Если интересно, напишите. Главное, что я хотел донести, это 9 или 26 по промокоду Техтула на официальном сайте Сибора можно получить на халяву при покупке сварочного аппарата любого. В этом выпуске я хотел бы вам рассказать о сварке алюминия толщиной 2 мм в стейк без зазора с проваром. Что такое провар? Это обратный валик. Зачем нужен обратный валик? Для усиления шва. Допустим, часто очень бывает, ну, на переаттестации внутри производства вряд ли это кому-то нужно, но часто бывает, что вы приходите устраиваться на работу и вам говорят, как бы, нам без разницы, какой у вас разряд, что на разряд, что на сейчас можно купить, а вот те две пластинки свари, сделай вот здесь посередине остановку, начни и продолжи. На что люди намекают? Люди намекают на то, что они хотят посмотреть, как ты правильно подготавливаешь металл, свариваешь металл, останавливаешься, делаешь стоп-точку. И начинаешь сварку так, чтобы у тебя не было утяжен на корне, не было пор на корне, был равномерный провар и все остальное. Это достаточно очень важно. Это первый момент. Где применяется это в быту? Допустим, вы делаете какой-то столик. Я сейчас себе собираюсь покупать аквариум на 800 или на тонну, и я не хочу под него покупать стол, я хочу сделать под него из алюминия классную обрешоченную такую вот подставочку, и я не хочу, чтобы там были швы. Я их буду стачивать, я их буду полировать набором G-Tool. Но как бы если вы стачиваете шов с профильной трубы, вы понимаете, что вы ее ослабляете, шов. И если у вас нет провара с обратной стороны, это все сломается, ребят, тонна. Я буду ее делать, ну, максимум, наверное, из 3-мм профиля толщиной, а может быть даже из двойки. Вы сами понимаете, что это все развалится. Как получить?
шов, который потом можно сточить, и чтобы он не развалился, нужен провар. Кстати, еще из одного таких важных применений, где нужен провар, там люди, ух, в Инстаграме интеркулеры сваривают такие папки, боженьки и все остальное. А потом приходишь на соревнования, люди дунули там 3 бара турбинкой, и интеркулер разорвало, а на швах все в непроварах. С вида красивый шов может положить каждый, а провар-то вот такая вот фигня. Поэтому в этом выпуске я вам расскажу, зачем нужен, точнее, как получить провар на 2 мм толщиной алюминия. Поехали! Для начала вам потребуется подготовить алюминий. Как бы это смешно ни звучало, но алюминий нужно подготавливать под сварку. Я не буду в этом видео заострять внимание на этом. В общем, вы его подготавливаете, делаете чистым, сгоняете стыки без зазора и начинаете настраивать сварочный аппарат. Чтобы люди не кричали в этом выпуске о Сибори реклама, я не буду показывать на ее экранчике какие настройки. Я вам расскажу так. Ток будет 68 ампер. Частота будет 80 Гц, баланс будет минус 6, это приблизительно 20% зачистки, 80% проплавления, вольфрам 2,4, ВЛ20, газа 8 литров. А люди по-любому скажут, китайский сварочный аппарат так сможет? Сможет. Ребят, у меня много учеников, они приезжают с гроверсами, со сварогами, с фламами, с неонами, и они могут сделать это. Просто под каждый сварочный аппарат нужно будет внести некие корректировки. И есть еще одна маленькая проблемка. Не все сварочные аппараты китайского производства могут работать на балансе 20. Они начинают засирать. Если ваш сварочный аппарат не может на балансе 20 работать, или там 15-20, идет чернота, ну как бы зато зачем покупать дорогой брендовый сварочный аппарат. Поехали сваривать. Чтобы сделать нормальный провар, качественный, не нужно спешить. Я просто выложил вчера в Инстаграме это видео, и люди сказали, что на 68 очень мало, начали сваривать на 90. Нет, ребят, это плохо. У вас не будет равномерности, вы не будете спешить, и это плохо. А ампераж 68-70 ампер. Придерживайтесь этих цифр. Вы расплавили алюминий, две кромки. Поставили первую точку, она у вас бугром. Она должна осесть. Вот только как только она начнет оседать, вы продвигаетесь вперед. Выглядит вот так. При такой сварке у вас получается равномерный, качественный обратный валик. Ну, как бы то, что нужно было и получить. Но как же остановиться, чтобы потом начать? Останавливайтесь вы просто. В момент сварки вы не прекращаете сваривать, но прекращаете подавать присадку и протягиваете дугу где-то на сантиметр еще вперед. На более толстых металлах нужно протягивать еще больше. Как бы валик вы продолжаете продавливать, но без присадки. Что это вам дает? У вас получился образно, вот он шов, и вот так вот спускаете металл аж туда глубже. Вы начинаете в следующий раз сваривать не с проваренного металла, вы начинаете сваривать там, где уже есть обратный валик. То есть вы разогреваете шов, последнюю чешуйку свою, начинаете подавать. Здесь у вас есть обратный валик. Вы свариваете, 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 он есть, 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 металл нагревается, и когда у вас уже дуга начинает прогревать, у вас начинает давиться обратный валик. И это называется правильная стоп-точка. Умейте так. Ну и вот так это выглядит.
Соответственно, если хотите, чтобы я рассказал настройки на 3, 4 мм, 5, там, разнотолщинный металл, пишите в комментариях, пишите, что вам интересно, ребят. Эту тему я поднял не просто так. Эту тему попросил подписчик на стриме, и не один. И как бы я сделал это видео, потому что ему интересно. А клепать видео просто так, ну, такое себе. Пишите, что вы хотели бы увидеть в сварке алюминия. Тавры, не тавры, наружные провары, обратные валики. 3, 4, 10 к единичке кто-то там просил. Это будет чуть попозже. С вами был Иван. Всем пока.